На трассе М5 фура упала на бок и перегородила движение. Водитель не справился с управлением, и машину занесло на повороте. Все случилось недалеко от города Сим. Машину эвакуировали, пострадавших нет. В Тракторозаводском районе столкнулись два внедорожника. Кадрами поделились очевидцы аварии. Причины ДТП устанавливаются, пострадавших тоже нет. Два человека пострадали в результате столкновения двух легковушек на трассе. Водитель Нивы при повороте налево не уступил дорогу Ладе Приора, которая двигалась по равнозначному дороги по встречному направлению. В результате ДТП с травмами госпитализировали 63-летнего пассажира Нивы и 21-летнего пассажира Приоры. А это Челябинская область. Очевидцы засняли серьезное ДТП в поселке Горняк под Копейском. На перекрестке столкнулись две иномарки. Сообщают, что пострадавших нет.